Еще раз добрый день, дорогие мои. Так как продолжается масленица, продолжаем тему блинов. Испекла блины простые, ажурные и с рисунком. Сейчас покажу, чем я буду начинять блинчики, что будет в блинчиках внутри. Я заранее отварила свеклу, одну большую головку. Натерла 3 морковки, свежей только, не вареной. Чеснок потерла. Здесь у меня красный перец, здесь майонез, мелко нарезанный укроп, мелко нарезанный свежий лук и сметана, соль и перец. Сейчас покажу, что куда буду добавлять. Значит, красную свеклу добавляю немного острого перца, совсем немного, соль, 2 столовые ложки майонеза. Все это хорошо вымешаю. Добавлю вот этот нарезанный зеленый лук. Весь. Он предназначен у меня для свеклы. Все это сейчас хорошенько перемешаю. Очень красивый. Цвета яркие. Так что прекрасный салат. Я такие салаты делаю часто. И сейчас решила заполнить мои блинчики. Это пусть настаивается. Продолжим с морковкой. Добавляю чеснок. Здесь у меня 2 зубчика чеснока. Добавляю весь укроп. Сюда пойдет черный перец. Соль. И заправим сметаной. Сметаны у меня тут где-то 100 грамм. Все это сейчас тщательно вымешаю. Тоже прекрасный свежий салат. Морковно-чесночный. Тоже красивые цвета. Этот салат сейчас отложу настаиваться. Пусть принимает вкусы. И вот смотрите, 2 прекрасных салата. Я буду начинять сейчас ими блинчики. Блинчики белой стороной немножко отогну, совсем немного. И сделаю вот такой конвертик. Как мы в детстве семечки туда насыпали. И начну заполнять вот этим вот свеклым, вот этим салатиком. Вот так буду откладывать. Итак, следующий блинчик. Опять жареная сторона внутрь. Вот так согинаю. Делаю конвертик. Сделаю обыкновенный конвертик. И заполняю. Это уже готовые салатики. И так несколько штук. То же самое сделаю с морковным салатом. Делаю конвертик. Мое видео закончилось, оно маленькое. Я начинила блины вот такими 2 салатиками. Обычно после праздников остается много салатов. Так что возьмите на вооружение, напеките блинчики и уложите туда начинкой разные салаты. Если вам понравился вот такой вариант начинки блинов, приготовьте. Поздравляю всех с масленицей, дорогие мои. Всего вам самого наилучшего.
удачи в работе, успехов, чтобы все были здоровые, счастливые. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Комментарии пишите, поделитесь с друзьями. И до новых встреч, дорогие мои.